Привет, ребята, я в непонятном месте заспанился. Прям только что. Короче, я тут не пойму, что здесь. О, сундук. И там еще что-то. А там есть сундук, мне интересно. Но надо будет как-то туда потом простроиться. Тут есть овечки, факелы есть, дерево. Давайте посмотрим, что здесь. Не... Офигеть, тут даже еда есть, но, к сожалению, только один хлеб. И тут еще назарит, это очень редко. Пипец. У меня такое впервые. Я это точно. Я вообще здесь ничего вот здесь не делал. Я только что заспанился. Это чё? У меня был зеленый шлем. Это еще топче. Так, ну давайте мы ее пока сюда положим. Надеваем ботинки. И это просто. Тут жители внизу. Пипец. Нифига себе. А почему все плавают? Странно. Я не хочу плавать. Это как? Это как объяснить? Ну ладно, допустим. Так, у меня нет кровати. Мы уже все заметили. У меня даже только топор. А вот лук у меня, вот еда. Но еду мы сюда пока положим. Фу, дерево у нас тут есть. Но дерево мы попозже добывать будем. Давайте сначала добудем наших овечек. Бедные овечки, ну простите меня. Мне надо же что-нибудь. Так, давайте. Все забираем. И прям так здесь пока все оставим. Теперь время добывать дерево. Так. Так. Я боюсь, что все вниз упадет. А, уже упало. Я сейчас упасть могу. Так, а мне нужен дом. Мне нужен дом. Или мы без дома как-нибудь поживем. Не знаю. Так, у меня вот забор, но мы его пока сюда положим. Короче, нам надо как-то простроиться вот сюда. Вот сюда. У меня даже есть лук. Ну-ка. Овечка. Бля, я не попал. Останови. Ой, блин, я уже сильно ударил. У меня есть хлеб. Стоп. Я даже здесь не хочу, а я его сожрал. Ну ладно. Допустим. Ой, что-то выпало. Ой, семечко. А, нет, это дерево. Давайте дерево наше посадим. Чтобы тебя посадить. Давай сюда. Давайте где-нибудь вот сюда. Думаю, вырастет. Ну, прям здесь будет стоять. Так. Вот у нас есть мясо. Хотя нет, давайте лучше дерево переставим в другое место. Что мне тут не нравится, что оно здесь. Какие-то прям здесь поставим. Пока. У меня есть печка, ну, я не понимаю. А тут можно, тут что-нибудь можно копать? Ясно. Допустим, мы остались с дырой. А как нам дыру заделать? У нас только есть 6 и максимум дерева. Так, давайте что-нибудь сделаем. Так, во-вторых, нам нужны доски. Ой. Щит мне не нужен. Так, давайте сделаем дерево. Ну, деревья. Ну, доски, точнее, боже мой. У нас есть 20 досок. Давайте себе сделаем кровать. Нам кровать сейчас пригодится. Что, у нас есть кровать, ура. Так, куда бы нам кроватку поставить? Да прям сюда поставим. Ну, если она, конечно, встанет. Вот. Все, у нас есть кровать. У теперь, кстати, мы можем куда-нибудь из нас простроиться. Мы можем туда простроиться. Уже солнце даже садится, прикол. Давайте как-нибудь кровать, что ли, переставим. Хотя нет. Я даже дотянуться не могу. Блин, а что делать? Так. Ложная тревога. Ну, блин. А вот я получил землю. Все отлично. Ну-ка, давайте-ка простроимся. Вот есть. Теперь я дотягиваюсь. Да, я теперь дотягиваюсь. Все, давайте. Сюда, сюда. Все, ура, мы можем пройти. А что здесь у нас? Тут тоже есть сундук, посмотрим. О, тут есть житель. Тут есть яйцо жителей торговца. И еще какие-то палки.
Прикол. И тут еще, кстати, плюс есть. А, нет, тут не было дерева. Что показалось. Ладно. Допустим. Офигеть, ну у меня такое впервые выживание. Только нам надо. Вот мы будем сюда, короче, ходить. Все понятно. Так, у нас есть. Мы даже можем лодку сделать себе. Интересно, интересно. Ну ладно, ну без лодки будем. Жители почему-то плавают. А, тут что, деревня где-то рядом? Надо как-нибудь найти эту деревню. Так, давайте это вот заделаем. Все. Так, и давайте теперь залезем на эту гору. Вот сюда залезем. И добудем землю. И еще нам надо сделать кирку. Вот почему-то мне кирка не выпала. Вот почему? За что? Почему? Ну за что? Ну реально. Так, падаем прям на сундук. Нам надо сделать еще дом, но у нас дерево только одно. Вот в чем проблема. Которому мы уже максимум добыли и просто. А там внизу и там и. А почему там много овечек? Торгуй. Так, давайте куда-нибудь кровать поставим. Сюда поставим кровать. Так, давайте факелы. Вот эти вот, дайте мне эти факелы. Так, солнце, уже солнце садится. Все, дали мне один факел. Мы можем из этого вот здесь сделать домик небольшой. Ну, я так думаю. Так, взяли факел. Давайте как-нибудь вот сюда один поставим факел. И будет здесь. Мне так кажется, круто смотрится. Можно вот эти вот доски добыть, если вы сейчас упадете. Я просто... Все, взяли. Заделываем это все землей. Ну что, нам это просто. Так, смотри мне тут. Так, yes, взялось. Так, нам надо сделать здесь ступеньки, потому что мне здесь неудобно так. Так, нам надо тут добыть землю, пока землю добывать будем. Так, вот тут. У нас уже вечереет, а это значит, что мы сейчас испанится монстры, я так понял. Пипец, я упал вниз только что, блин, что ж делать? У нас теперь тут куча овечек. Овечки, идите сюда. Нам надо много еды добывать. Блин, проблема. Тут где-то синаку. Дерево у нас еще есть дерево. Так, давайте овечки добываем. Блин, вот проблема есть у нас. Я просто упал вниз. Что делать? Все, блин, вот получил. Блин, а вот есть проблема. Большая. Вдруг сейчас монстр заспанится, нам надо щит одеть. Так, давайте пропаркурим. Так, пропаркурили. Небольшой паркур. Так, вот жители плавают. На тебе, житель, получай. Получил? Ха, лошара. Ребята, это была только что первая часть. Скоро сниму вторую. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Скоро выйдет вторая часть.